Всем привет! Многие из вас спрашивали, где же Runner, где же Валкира 250-я, где же эти полеты? В общем-то, друзья мои, здесь нет GPS-а, и один раз я залетел за деревья, и все, квадрик упал. Когда квадрик падает, соответственно, ломает винты, и для этого пришлось заказывать комплекты новые. Поэтому и не было видео, то есть сейчас мы полетаем. Сразу еще скажу, какие есть здесь не то чтобы косяки, а что еще лучше сделать. Когда он к вам придет, сразу настройте, настройте газ на 6%. Ну, в общем-то, сами отрегулируете триммером газа на 6%, чтобы, когда мы опускаем стик в самый низ, винты, то есть движки, не останавливались. Потому что, когда они останавливаются, квадрик начинает сразу заваливаться, кувыркаться, и он потом не выпрямляется, когда мы даем газ. Вот, поэтому... Сразу делайте, чтобы моторы не останавливались. По привычке я просто привык с маленькими квадрами. Я прям в ноль делаю газ, и здесь такого не выходит. Вот, поэтому, чтобы всегда винты крутились и не было такой проблемы. Вот, это первое, что нужно сделать еще. И второе, также замечу, если вы планируете использовать очки свои какие-то, то смотрите, видеопередатчик здесь на 8 каналов. И... Посмотрите, здесь тоже на бускаме 8 каналов, и ни одна частота не пересекается. Я не могу просто взять и подключить очки к этому видеопередатчику, понимаете? Очень мало каналов. Было бы здесь 32, тогда бы проблем бы не было. Либо на очках было бы 32. Вот, поэтому мне придется очки подключать вот такому видеоприемнику, у которого 32 канала, и я поймаю, пересеку частоты с квадриком. То есть вот такая заморочка. Да, то есть обратите на это внимание, когда захотите использовать свои очки с этим квадриком. Вот. В принципе, все. Давайте, наверное, посмотрим, полетаем и вообще оценим этот квадрик.
Да, квадрики 250, конечно, штука веселая. Даже на трех банках, если вы новичок, то вам этой скорости вообще хватит. То есть не стоит сразу стремиться покупать там квадрик и строить его под 4S. Потому что 3S и мануал режим, этого вам достаточно, чтобы полетать, чтобы научиться и приобрести опыт, и потом уже переходить на более быстрые. Камера здесь наклоняется вверх-вниз, то есть опытные пилоты вот так вот ставят ее, вверх задирают, чтобы лететь вот так ровно было. Но мы не настолько опытные, поэтому чуть-чуть я ее задирал, потому что неудобно. Если зависаешь и видишь одно небо, то очень сложно сориентироваться. В этом проблема реально возникает. Значит, сверху площадка, но я на нее не крепил. Вот, что-то как-то неудобно, мне не понравилась она здесь, маленькая слишком, начинает камеру сюда выпирать. Вешал снизу, то есть все видео просто прикреплено к раме, прям на липучку камеры и все. Не стал заморачиваться с верхней, поэтому вибрации, наверное, было бы меньше, если бы она стояла сверху. Управление 2.4, поэтому за кусты не залетайте, за какие-то плотные DV7 не та аппаратура, чтобы там ловить через кусты, поэтому сразу падает. Если связь теряет, квадрик сразу падает. При появлении связи он потом не будет стабилизироваться, он рухнет дальше. То есть винты обязательно запасайтесь, врезаться там, падать он будет в любом случае. Сразу покупайте несколько комплектов винтов, потому что именно они только ломаются. Вся рама в основном держит все падения, то есть у меня ничего больше не ломалось, кроме винтов. Ну, за исключением переднего светодиода, вот этого тоже треснул здесь. Но в остальном все работает. Единственный минус, да, это видеопередача 8 каналов, которые не подходят скачкам и приходится покупать дополнительные девайсы 32-канальные, чтобы передавать видео на очки потом. То есть вот такая вот заморочка, конечно, но напрягает. То есть вот было бы здесь сразу 32 канала, было бы супер. Отсутствие GPS нам не дает возможности улететь далеко, куда мы хотим, там залететь за кусты. То есть переживаешь, чтобы связь не пропала с квадриком, иначе упадет. Есть, конечно, сейчас версия с GPS, но ценник уже выходит не столь бюджетный, как этот. Поэтому там вот уже стоит задуматься на самом деле, но будет проще. То есть, но если открытая площадь у вас, то в принципе можно и без GPS обойтись, летать в определенном, да, там, квадрате с трюками своими, этого хватит. То есть реально, далеко здесь же не надо улетать, и в открытой местности связи вам хватит. Метров-то 500 уж точно будет бить на открытой связи. Поэтому все, в общем-то, прикольно. Никаких больше минусов таких не нашел. То есть все летает, все работает. Нужно опыт, конечно, пилотирования среди деревьев. Поэтому как первый квадрик, я думаю, точно пойдет. Он собран и не нужно заморачиваться. Хотя сборка всегда является плюсом, потому что вы понимаете, как что устроено, как все что работает, как что починить. Потому что здесь у вас что-то рухнет, да? Ну, понятно, он модульный, вы там просто замените. Но понимание процесса всего здесь уже будет у вас менее, чем вы соберете свой квадрик с нуля. Вот, поэтому, друзья мои, мне нравится, надо летать. 250-й квадрик, конечно, популярный, но я летаю пореже, чем езжу на тачках. Ну ладно, всем пока.